Вопрос. Мы в браке 11 лет, и я так и не смог добиться от жены, чтобы она ухаживала за моим внешним видом. Я много работаю, и не всегда хватает времени уделять внимание своему внешнему виду. Прошу об этом супругу, но понимания не нахожу. Скажите, пожалуйста, желательно ли жене ухаживать за мужем, чтобы он выглядел опрятно и ухоженно? Ответ. Желательно супруге ухаживать за своим супругом, чтобы он выглядел ухоженным и опрятным. Жены пророка, алейхиссалату вассалям, сами ухаживали за ним, да будет доволен ими Аллах. Достоверно известно, что Айша и Зайнаб ухаживали за пророком, саллиллаху алейхи вассалям. Они умощали его, умывали голову и расчесывали его волосы. Передается, что Айша, да будет доволен ее Аллах, сказала: «Я расчесывала посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, в то время как у меня были регулы». Этот хадис указывает на дозволенность прибегать к услугам жены в своих нуждах по ее доброй воле и на желательность женщине ухаживать за мужем самой. Также на это указывают следующие хадисы. Передается, что Айша, да будет доволен ее Аллах, мыла голову посланника Аллаха, алейхиссалату вассалям, в то время как у нее были регулы. Передается, что Айша, да будет доволен ее Аллах, сказала: «Я надушила посланника Аллаха, саллиллаху алейхи вассалям, лучшими духами, которые только были у меня, до того, как он вступил в хадж». Затем он вступил в обряд паломничества. Не забудьте подписаться на канал, поставить лайк, оставить комментарий и нажать на колокольчик.